нового человека в своей семье. Давайте попробуем еще раз. Готовы ли принять нового человека в свою семью? Да! Ну, другое дело. Дорогие друзья, а сейчас мне хотелось бы пригласить двух прекрасных друзей, свидетелей всех самых ранних переживаний и чувств, которые сопровождали зарождение нашей молодой семьи. Ведь именно они – надежная опора, поддержка. Они нечто большее, чем просто друзья. Они ангелы, хранители. Они наши свидетели. Ну а теперь давайте поприветствуем их. Это Ксения и Артур. Громче свидетели вам аплодируем. Я прошу вас не скупиться на овации и встретить достойно настоящего мужчину. Мужчину, который легко может вам намутить любой телефон, колечко и все, что вы хотите. Итак, встречайте легкой и уверенной походкой настоящего чемпиона. Денис, ваши аплодисменты! Посмотрите внимательно на этого мужчину. Он улыбается, но на самом деле он волнуется. Поэтому давайте еще раз ему поаплодируем, чтобы все, чтобы он перестал переживать. Он отверг внимание миллионам женщин, чтобы открыть сердце лишь одной того достойной. С увлечением на устах он ложится спать и встречает рассвет. И имя это Валя. Так давайте же встретить ту самую, ту единственную, которую он ждал всю свою жизнь. Ведь она крылья любые, готова идти за ним куда угодно. Она идет навстречу своему счастью. Она прекрасна. Она удивительна и неповторима. И самое главное, она любима. Наша невеста. Валя, ваша невеста. Без сомнения, ваша пара самая лучшая на свете. И вряд ли найдется человек, который усомнится в вашем желании создания семьи. И если есть такой человек в зале, то пускай он скажет это сейчас или молчит навечно. Я против! Рот закрой! Ну что ж, друзья. Дорогие молодожены, вы дали обещание друг другу жить вместе в любви и согласии, разделяя на двоих вашу судьбу. Закрепите данную вам друг другу клятву, обменявшись вручными кольцами. Поддержим аплодисменты. Обручальное кольцо – это символ бесконечной любви и знак того, что отныне вашей жизни связаны воедино. Дорогие молодожены и уважаемые гости, дабы скрепить этот брак духовно, я приглашаю сюда в гости отца Андрея. Здравствуйте, дети мои. Я готов начинать. Каждой зимой и валить ему в кусты и полочь. Да! Ты готов дома чаще бывать, да до свадьбы не забывать, и пусть ее вкусный полочь. Да! Ну что ж, с этого момента вы стали еще ближе друг к другу. Вы стали настоящей семьей. Я объявляю вас мужем и женой, а теперь жених может поцеловать невесту!